ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 Бхагавад-гиту, как она есть, из 6 главы, текст 44, Дхьяна-йога. Санскрит. Урвабьясена тенайва риятея ваша писа Дживьясурапи йогасья шамда брамати ваттате. Пурва, пурва, прежним, прежним, апьясена, апьясена, занятием, занятием, тена, тена, тем, тем, эва, эва, безусловно, безусловно, хрияте, хрияте, привлекается, привлекается, хи, хи, несомненно, несомненно, аваша, аваша, без принуждений, без принуждений, апи, апи, также, также, сах, сах, он, джигьясу, джигьясу, который желает знать, который желает знать, апи, апи, даже, даже, йогасья, йогасья, йогу, йогу, шабдабрама, шабдабрама, обряды, предписанные ведами, обряды, предписанные ведами, ативартате, ативартате, превосходит, превосходит. Перевод стиха. Благодаря этому божественному сознанию, в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают физические обряды и ритуалы. Комментарий Шрила Прабхупады. Йогов, достигших высокого духовного уровня, не интересуют физические обряды и ритуалы, но естественным образом привлекает практика йоги, которая поможет им полностью развить в себе сознание Кришны, то есть достичь высшего совершенства йоги. Шримад Бхагаватам объясняется, почему такие йоги пренебрегают ведическими ритуалами. Агавата швапачато гариян яджихва гревартате наматупян Ятустапасте джукхуча саснур арья браману чурнама гринанитиете. О Господь, те, кто повторяет Твои святые имена, уже достигли высот духовной жизни, даже если они рождены в семьях собакоедов. Такие люди, несомненно, уже совершили всевозможные аскетические подвиги и жертвоприношения, омылись во всех священных водах, изучили все богооткровенные писания. Самым известным примером таких людей является Харидас Такур, которого Господь Чайтанья считал одним из самых своих главных учеников. Хотя Харидас Такур вырос в мусульманской семье, Господь Чайтанья наградил его возвышенным титулом Намачарьи, потому что Харидас Такур дал обет ежедневно повторять 300 тысяч имен Господа. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Исследовал ему неукоснительно. Он повторял святые имена постоянно. А это значит, что в предыдущих жизнях он уже совершил все ведические ритуалы. Другими словами, до тех пор, пока человек не очистится, он не сможет встать на путь сознания Кришны и начать повторять святые имена Господа, мантру Харе Кришна. Урвабьясе натенайва агриете хаваша описа джигьясу апи йогасья шамдабрамати вартате. Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение практики йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию,
не привлекают ведические обряды и ритуалы. Дхьяна-йога, 6 глава, текст 44, очень интересный стих. Интересный момент здесь объясняется в этом стихе. Обычно, чтобы достичь какого-то совершенства или исполнения своих желаний, требуются усилия, порой переходящие в насильственные методы. То есть это называется дисциплина еще, ну так, цивилизованным языком, дисциплина. Но есть также различные формы давления на общество людей, давления на умы, их тела, их обстоятельства, чтобы они делали то, что от них требуется делать. Любое государство — это аппарат насилия, описывается. То есть необходимость заставляет людей создавать законы общественные, чтобы организовывать труд, чтобы был порядок, чтобы охранять законы, имущество. То есть целый свод, целая конституция существует, защиты прав человека и так далее, свободы его, обязанности и прочее. И как бы это принцип материального существования, что без насилия мы не добиваемся никакого результата. Необходимо насилие над собой, даже над многими другими. Например, родители воспитывают своих детей и очень часто должны совершать насилие, приказывать, давить, требовать, наказывать за это. То есть дисциплина играет огромную роль вообще в обществе людей. И всегда это определенное давление или страх перед законом, перед старшими, перед тем, что могут потерять престиж в обществе, или потерять деньги, или потерять отношения важные для меня. Поэтому человек волей-неволей вовлекается в эту систему, он уже находится под давлением обстоятельств очень сильно. Он не знает часто, как изменить свою жизнь. Механизм очень могущественный. Аппарат государства или дисциплины. Но в этом стихе описывается нечто странное, нечто особое. Что касается йоги, то здесь не бывает никакого насилия в бхакти-йоге. Без усилий, без насилия он это делает. Если он понимает суть отношений с Богом, то это стремление становится спонтанным, естественным. И мы это называем по-другому. Называем это самодисциплина. Человек способен сам себя дисциплинировать, представьте себе, без давления общества, без давления законов или страхов, как это происходит. Он говорит, если кто-то начал уже совершать бхакти-йогу, он прошел все эти уже предыдущие системы организации, религии, страхов, вот этих вот обязанностей, аскез всевозможных, таких усилий сильных над собой или насилия над собой, над своими чувствами. Когда проявляется спонтанное влечение к Богу, когда человек достигает любви к Богу, он больше не имеет обязанности, то есть он не давит никакие обстоятельства. Почему? Он сам хочет свою жизнь посвятить. Это высшая жертва. Причем это делается добровольно и с радостью, всякого давления требует, и без страха. Абхаям, это тоже называется, бесстрашие. Это уровень вечности. И мы знаем, что вот именно любовь к Богу освобождает человека от всех этих страхов и необходимости жить в этом мире. Когда человек испытывает чувство любви, он становится свободным. Не потому, что он ничего не будет делать, он будет еще больше делать, но ему это будет трудно. Он не будет думать, что это какая-то аскеза, правда же? Что такое аскеза для обычного человека? Это ограничение в чувственной деятельности. Если ограничим человека в чувственных наслаждениях, называется аскеза. И аскеза добровольная и вынужденная. Бывает, что кризис в стране, какие-то проблемы общественные, вот не хватает денег у людей, чтобы поесть досыта или носить одежду хорошую, или жилье обрести нормальное. Это вынужденная аскеза, люди страдают не на шутку, просто не на шутку страдают, ждут и дождутся, когда же время изменится, когда же появятся какие-то средства, возможности материальные. А есть добровольная аскеза, когда человек сам ограничивает себя, это самодисциплина. Она не приносит страданий. Та же самая аскеза. Например, иногда люди спрашивают нас, что такое сознание Кришны.
И, как правило, преданные говорят, ну, сознание Кришны — это вот четыре блюдечка принципа. И 16 кругов мантры. О, большая аскеза. Такой аскез мы в жизни не видели. Вам нельзя есть мясо. И даже по праздникам вы не можете чуть-чуть выпить. О, вас сильно ограничивают там, запрещают. Да. Так, не с сочувствием к нам начинают относиться. Мы говорим, нет, нет, мы сами не хотим. Да ну, мы помним. Как это может быть? Если ты сам это регулируешь, то наверняка ты втайне что-то съедаешь, правда же? Ну, когда нет никого и прочее. Так люди считают, что нет, нормальный человек не может себя до такой степени ограничивать. До такой степени это уже глупо, просто бессмысленное сумасшествие. Как же жить, наслаждаться жизнью? Но если вы спросите преданного, тяжело тебе без мяса, вот уже 5-й год. Видите, вы смеетесь просто от души. Да боже, мы не можем вспомнить без отвращения об этом. Мы же не представляем, что я могу вообще смотреть это как на пищу. Ну, вы, наверное, давно уже бросили курить, а антихобщица прям, да? Ну вот, скажите честно, вот когда вы идете на улице, там кто-то закуривает и так, и вы так думаете, вот я тоже так мог бы садиться. Вы так думаете? Ну, сразу отворачиваете, боже мой, какие глупости, что такое, как я мог в прошлом такое делать вообще? Но для вас не является таскивание. Легко. Тогда почему же для кого-то это невозможно осуществить? Великая аскеза бросить курить, знаете, я знаю людей некоторых. Они пытаются всю жизнь это делать. Год за годом, год за годом, год за годом. Цель жизни — бросить курить. Не могут. Не могут. То есть что это за сила такая, что это за пробуждается такая сила внутри человека, которая с легкостью отбрасывает все ненужное. И даже не считает, что это какая-то аскеза, какие-то неудобства. Наоборот, считает, что это освобождает его, очищает. Тут можно привести, недавно слышал пример интересный. Бхагавад-гите Кришна говорит, что есть регулирующие принципы свободы. Вот эти регулирующие принципы, это принципы свободы. И любой человек обычно спросит, какая же свобода, если это ограничение? Мясо, рыба, яйца нельзя. Вы даже побочные продукты, даже какие-то добавки избегаете. Очень фанатично в этом плане. Ничего не потребить, если там есть какая-то примесь яичного желтка или желатина и так далее. Вы смотрите, там нет B12 в этом списке? Нет. Значит, можно, если есть, то нет. Да, если вкусно не будете есть, все отвернется. Мясо, рыбу, яйца вы не принимаете, очень строго следите за этим. Интоксикации никакие. Даже по праздникам. Даже в Новый год. Даже чай, кофе. Даже пиво без алкоголя не пьете. Даже сигареты без никотина не курите. Даже кофе без кофеина не можете. Или можете, я не знаю. Азартные денежные махинации, ну совсем скучно. И незаконный секс, ну вы с ума сошли. По поводу секса, вы самая сумасшедшая организация. Не совсем хотите от него отказаться, по глазам видно. Хотя тоже испытываете влечение какое-то, но вы можете сдерживать эти порывы, вы можете контролировать, и вы ненавидите этот незаконный секс. Сумасшедший народ вообще собрался. И эти четыре ограничения дают свободу, говорится Бхагавад-гите. Вот эти регулирующие принципы. Странно, где же, в чем же свобода-то? И вот дается пример, слышал пример, пример реки. Слышишь такой пример? Нет. Река. У нее есть два берега, не так ли? И два берега — это определенные границы реки, согласны? Если не будет двух берегов, она просто расплывется, там не будет какого-то направления движения течения. Она не сможет достичь океана. Она просто расплывется вокруг. Вот как наши чувства, которые не контролируются. Энергия не направляется в нужное русло, просто наша жизнь растекается бессмысленно куда-то, бесцельно. Слабая становится, бессмысленная жизнь. Но эти два берега реки устраивают для нее огромное стремление. Устремление — это течение сильное, стремнина появляется. Вот в этих берегах есть объем воды и там мощь. Вот она, свобода.
что можем двигаться по этой жизни без всяких препятствий. И именно в движении, когда мы в движении, жизнь в движении, сознание движется наше, продвигается, развивается, можем видеть будущее, можем понять прошлый и настоящий момент, можем осознавать, что происходит в моей жизни, и знать, к чему готовиться и что будет, зачем мы живем, то есть цель жизни установлена. Ну, например, движение, автомобиль на дороге. Вот вы в движении, вы видите, что впереди, потому что открывается новое пространство. Вы говорите, люди, благодаря тому, что открывается новое пространство. Знаки и так далее. Вы можете не знать, но там знак, тут двигаетесь, вы видите новое, понимаете? Вы видите ход событий. Но если вы стоите на месте, ничего не происходит. Ничего не происходит. Поэтому регулирующий принцип свободы означает, что жизнь будет обновляться теперь. Свобода в этом заключается. Хотя это границы, но это границы для того, чтобы вы могли очень быстро ускорить свое существование, свое развитие. И вот тут открываются удивительные просторы. Даже не ища, говорится, этих вещей, вы их находите. Гитти говорится об этом. Даже не ища находите, потому что вы просто в движении находитесь. Вы находите столько много, о чем даже не подозревали в путешествии. Столько будет открытий в жизни. С другой стороны, если человек ищет, не продвигаясь должным образом, что он может найти? Если он будет просто по кругу, пережевывание, пережеванного называется в следах такой процесс. Он уже это жевал когда-то, забыл. И снова вернулся к этому же моменту, и снова начинает переживать, пробовать то, что когда-то оставил. Он женился, развелся, еще раз женился, еще раз развелся, еще раз женился. И так можно бесконечно это делать. Тоже за мужеством, и то же самое с работой, то же самое за жизнью, он все это, школу уже проходил, образование уже проходил, все эти достижения были, и падения уже были, все это уже было, и он продолжает. И найти счастье не может, потому что он не продвигается, он просто в замкнутом цикле рождения и смерти находится. Это описывается Бхагавад-гита. Но как только он начинает соблюдать принципы свободы, он вырывается из цикла этого рождения и смерти по вертикали вверх. И начинается открытие. Начинает видеть, зачем он живет. Цель открывается больше и больше, ближе и ближе. Знаний больше и больше, естественно, прибывает, потому что он в пути находится. Он одновременно развивает две вещи. Знание и отречение, потому что он в движении находится. Ни к чему не привязывается. Стоит только привязаться к чему-то, остановиться. Все, начинается переживание. Поэтому здесь говорится, благодаря божественному сознанию, это сознание, которое возвышается, божественное сознание, в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Ведь заставлять человека не нужно заниматься сознанием Кришны. Мы должны проповедовать так, чтобы не оказывать никакого давления и насилия на людей. Потому что иначе это не будет божественным сознанием. Так же, как человек ест пищу, если она усваивается, он получает силу. Все. И когда он получает силу, он начинает думать, что теперь я могу сделать? У меня есть сила. Теперь хочется что-то делать, так ли? Подобно этому он ест просад, слушает лекции, без всякого давления. Просто получает божественное знание. И если оно усваивается постепенно, он потом говорит, а я что-то могу еще сделать здесь? Можно я что-то сделаю тут у вас тоже? Вот и все. Это называется самодисциплина, это хочется делать, это творческий акт. К нам приходило много людей таким образом. Я помню, в Санкт-Петербурге, когда мы открыли кафе, первое вегетарианское, было единственное вегетарианское кафе во всем Петербурге тогда. Вообще не было вегетарианцев тогда, таких обществ. У нас было первое, но за последние 100 лет те. Вообще были когда-то вегетарианцы, раньше, до революции еще, Петербурге. Даже соревнования проводили между местными вегетарианцами в то время. С Европы там были спортсмены. Это 1906 года газета. 1906 год газета была. Петербургские новости какие-то. Санкт-Петербург, вечерние новости, не помню. Ведомости. Они проводили соревнования между... Группа была мясоедов и группа вегетарианцев. Марафон, где там был 46 километров, по-моему, около 50. И там город родился на партии. Ставки ставили. Кто-то говорит, что победят, конечно же, мясоеды.
Вегетарианцы не смогут вынести такой нагрузки, они едят траву, но там мясоеды, конечно, они придут первыми. Но другие утверждали, нет, вегетарианцы, они сильнее на самом деле, вот увидите. И, то есть они ставили ставки, деньги, богатые люди все это вот организовали. И запустили марафон две группы одновременно. По выстрелу, пш, и побежал 50 километров. Спорили, ждали, жаркие были споры, там были журналисты, все брали интервью, там было шума очень много, и все спорили, кто же первый придет, было такое напряжение. И прошло, я думаю, сколько, 6 или сколько часов, или больше, я не знаю. И первый пришел, кто, как вы думаете, на финишный прием? А? Вы уверены? Да. Кришнаид. Ну, Кришны тогда не было, конечно. Это наш прапрадед. Сейчас интересно. Да, пришел вегетарианец первый. А кто второй? Вегетарианец. А третий? Тоже. А четвертый? Тоже. Все вегетарианцы пришли первыми. И потом появился первый мясоед. И даже настроение было совершенно другим. Он был злой, как собака, и потребовал водки стакан. Так это было описано в новостях. Был еще злой, раздраженный, потребовал стакан водки. Вот и все, что мы знали о вегетарианцах в Санкт-Петербурге. Но после революции вообще о них ничего слышно не стало. И вот первый ресторан был в Петербурге, вегетарианский. Наш, это Хари Кришна ресторан. Люди еще не догадывались, что это Хари Кришна. Хотя на сцене кругом было написано Хари Кришна, но ничего не знали ничего. Время было интересное, то есть у нас еще не было никакой репутации, никакой известности. Просто что-то новое, вот что-то вот Хари Кришна, мы не знаем что. Или так вот. Сейчас каждый знает, что Хари Кришна — это дело серьезное, опасное. Туда уже только самоубийцы направляют обычно таких людей. И вот ресторан открылся, люди стали приходить, а мы наблюдали, нам же интересно, мы простат распространяли. Мы даже не продавали простат. Цен не было. Все были в шоке, приходили, цен нет. Сколько стоит, говорю, нисколько, как? В те времена, представьте, были просто в шоке из-за пожертвования. Кто вы такие, что, чего, мы к ним не так показывали. Ну, так все было. И они жертвовали деньги. И появился один человек, молодой. Это был король хиппи в то время. Кумир, он был очень известный в городе среди хиппи, молодежи. Был молодой человек, довольно такого высокого роста, красивый. И он был известен тем, что у него были самые длинные волосы в городе. Он их не стриг, не заплетал. Его волосы чуть-чуть не достигали земли. Уникальные волосы. Даже у женщин эти волосы никогда не были. Практически достигали земли. И вот представьте, у него такое длинное пальто почти до земли. Он ходил, не застегивая его, с таким шарфом. Все это развивалось, как бурка. И волосы сверху пальто также еще. Если бы увидели, его просто были бы поражены, просто были бы пленены. Невероятно было, как будто человек летал по воздуху. И у него слава распространялась по всему городу. Он проходил по улице, все сразу запоминали. Но был один такой город. Это была его гордость вообще. Его статус, его престиж, ну, его слава, все было в этих волосах, в этой прическе. Это был его вызов, его свобода. Это был регулирующий принцип свободы. Отращивание волос. Да, многие хиппи тогда отращивали волосы, это знак протеста делали. И вот он стал приходить к нам в кафе. Я смотрю, какая-то копна сидит такая, спиной. Вообще не мог представить. Он заглядывает в лицо, не мог вывести это лицо. Молодой человек оказался, есть просад, понравилось, стал ходить каждый день, есть просад. И потом пошел на кухню и сказал, могу я помогать изготовить вам? Все потом сразу на его волосы. То есть у нас стандарты, вот у нас пища освещенная, мы предлагаем Кришне. Если хочешь готовить, то нужно хотя бы завязать куда-то. Он где-то нашел колпак большой такой. Эти все волосы, это сокрытие. Такой колпак, вообще все смеялись с ним. Он катал шарики у нас на огне, мы его не пускали, когда он катал шарики. И стал уже мантру повторять, там, приходить вовремя, стал работать у нас бесплатно. А потом говорит, а могу я жить вашими? Это через месяц, наверное, попросился вашими. Ну и тогда становится, ты хочешь вашим, то с волосами придется распятаться. Вашими строго. С такими волосами вашими нельзя. Не за тебя никто не увидит алтаря просто.
свою прическу. И представьте, он срезал все свои волосы, чтобы жить вашими. Он все, вот, только шику такую же длину оставил. Толстую шику, такой шики никого не было. Стал самым известным кришнаитом. Звездным хиппи стал известным кришнаитом. Потом другая женщина стала приходить регулярно, пожилая. Она ела тарелку за тарелкой, просто съедала огромное количество пищи. Не понимали, как он вмещается, только даже наши промочали на пирах. Не могли столько съесть, тоже она ела просто. И мы ее за это уважали. И потом она пришла и сказала, кто тут главный в вашем кафе. И меня вытолкали преданные. Меня не считали главным, но если их спрашивают, то главное, меня выталкивали. Я вышел встретить женщины, как это пожелали. Приходит в кафе, да, ведь я хочу очень серьезно с вами поговорить. Ну, сейчас начнет замечание делать, может, дать булочки не допекли или что-нибудь еще. Или кто-то что-то сказал, и присели за столик, я приготовился к критике. Это хочу вам завещать все свое имущество. На квартиру в Петербурге, какая-то из собственности, какие-то сбережные книжки. Я вам хочу все завещать. Я очень испугался. Нет, нет, погодите, я не принимаю никакие там такие пожертвования. Вообще, почему, зачем это хотите делать, ваши там родственники должны? Ну, как? Объясните, зачем, почему нам? Может, незнакомый даже? Говорит, нет, я вам доверяю. Он просто делал процент. Я хочу, чтобы вы взяли все, что у меня есть, что я накопил. Я говорю, почему объяснить? У меня, говорит, соседка в коммунальной квартире недавно умерла. Одна осталась, старая женщина, никого не было. Вот я к ней заходила в гости, ведь она мне иногда открывала этот вот свой сервант, шкаф, этот старый мебель, эти пачки фотографий. Она показывала, вот это я, вот еще у меня тут 4 годика. Это старуха уже. Здесь я вот уже школу заканчиваю, гимназию какую-то. Вот свадьба, фотография, вот мой муж, пока был жив, вот и так далее. И вся ее история жизни, вся ее судьба была в этих фотографиях. Вот она имела какие-то ценности свои. Дорожила ее. Но она умерла. А обычно, когда человек умирает, никого нет, приходят в службу, просто люди все эти шкафы выносят, просто освобождают. Обычное дело. Тут я, говорит, иду домой, через это двор колодец нашел, ну, высоко. И дворники, они выбрасывают свою мебель в отбор, чтобы не таскать по этажам. Они просто охраняют вход, выход и забрасывают. Прямо передо мной этот серван. И все фотографии. И они ходят сапогами. Вот тут она невеста, тут она ребенок, вся ее жизнь. Никому до этого никакого дела нет уже. Он подумал, нет, я так не хочу. Я не хочу вот так же. Я дам все вам. Возьмите всю мою квартиру, всю мою собственность. Но я буду хоть что-то значить в жизни для кого-то. Я не хочу вот так вот уйти вот каким-то образом, чтобы даже обратилась к ней что-то. Вот так. Представьте себе, как жизнь становится бессмысленной. И люди даже не понимают, они живут, они же понимают, что жизнь бессмысленна. Никакого смысла нет. Если вы скажете, давайте вот эти принципы, давайте повторяйте имена Бога, потому что в этом суть развития сознания. Другого способа нет сейчас, не пытайтесь. Очень трудно идти путем йоги идти сейчас, мистической. Очень трудно идти путем изучения вед. Очень, очень сложно. Очень сложно совершать жертвоприношения или храмовое поклонение. Сейчас очень трудно век Кали умиротвориться в храме даже, потому что даже религиозная вражда существует, такое понятие. Векали кругом вражда, кругом противоречия, даже в семьях между близкими людьми столько разногласий. Векали очень сложное время для духовной практики. И единственное средство остается невероятной силой. Если собираться вместе и громко, громко воспевать все вместе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе. А дальше произойдет охота на стихе. Без всякого давления и насилия мы начнем совершать преданное служение.
Пока мы успеваем все эти имена, мы не будем бояться бескорыстной деятельности. Войдет страх. Абаям. Страха нет. Люди очень боятся, что ты не бескорыстно, ведь это бессмысленная жизнь. Нет, как раз в это вся. Жизнь ради выгоды бессмысленна. А вот жизнь без корысти в служении Богу, вот она имеет высший смысл. Потому что признание от Бога не получает. Невозможно получить признание надолго от семьи или даже от государства. Время изменится, и все забывается. Помните, об этом писал мой коллега? Если ты делаешь что-то людям, не жди, что они ответят, они забудут. Все равно делай это. Зачем? Это нужно Богу и тебе. Это больше никому не нужно. Вот она, бхакти-йога. Она написана разными словами, из разных источников, столько подтверждений. И она превозносится в ведах как наивысший путь, чистейший путь. И чистое, любовное, преданное, бескорыстное служение. Но оно никогда не совершается под давлением насилия. Это просто развитие сознания и отношения к Богу. Поэтому здесь говорится об этом. Мне не важно, в какой семье человек рождается. У него это влечение может проснуться, например, здесь, или регион, мусульманский, Татарстан. Но у вас проснулось желание служить Кришне. Почему? Спонтанно. И вы не думаете, что вы придете свою религию, правда? Что вы не видите разницы между Аллахом и Кришной. Вы служите тому же Богу. Также и христианство. Если разница между Христом и Кришной, нет разницы попадает. Бог один. Почему же люди не соглашаются, что век Кали? Малейшее различие люди не могут понять. И, скорее всего, не хотят понимать. Они подчеркивают различия, они хотят понять единство. Кали имеет такое свойство. Разделяет людей на части, общество разбивает на части, у каждого свое мнение. А на самом деле Бог один, истина одна для всех. Это факт. И если мы хотим именно любовь к Богу развивать, то самое лучшее для этого именно имя и форма Кришны. Если цель всех религий — обрести любовь к Богу, то это самое лучшее, потому что если открывается форма Кришны, качество Бога, форма действия Его видит подробно. Без этих знаний очень трудно полюбить кого-то, если мы не знаем ни его ни формы, ни качеств, ни окружения. То есть необходимо открыть знания для того, чтобы мы могли иметь представление о нем, ясное. И если кто-то имеет ясное представление о Боге, у него пробуждается эта любовь к Богу автоматически, спонтанно, естественно, без усилий и давления. То есть нужно просто людям получить знания. Знания о Боге. И вот это время сейчас наступает. Сейчас необходимо знание о Боге. Недостаточно просто религиозности или даже честного труда, или просто порядочного исполнения своих обязанностей в системе варнашрама кармы. Недостаточно. Это нужно сейчас большие знания, глубокие знания. И тогда мы видим, что каждый человек захочет служить Кришне. Любовь. Это естественно. И даже не нужно иметь какое-то образование высшее для этого. Вообще, можете даже не читать, не писать, не имеет значения. Можете служить Богу, не знать даже азбуки. Хотя это самое высокое положение, слуга Бога. Образование не требуется для этого, материального. Требуется любовь. И вот для того, чтобы любовь обрести, какое-то знание нужно. Но знание — это знание о Боге. Кто такой я, кто такой Бог, две вещи нужно знать. И кто такой я, означает, что я нахожусь в какой-то среде, я обусловлен сейчас, то есть я не знаю Бога. Почему? Есть причина обусловленности, есть карма, есть гуны, есть время, есть обстоятельства, это тоже изучается. Чтобы мы могли освободиться от этой кармы, от этой зависимости от низших гун природы, от качеств низших. То есть мы могли очистить сердце, это знание о себе означает, что должен очистить сердце. А Богу не нужно очищение. Нет необходимости. Он и в начале нашего пути Кришна, и в конце нашего пути Он тоже Кришна. Он неизменен. То есть измениться мы должны. Бог вечно совершенен. Это мы должны знать, что поскольку Он вечно совершенен, то у меня есть шанс достичь этого совершенства по Его милости. И единственное, что мне нужно, чтобы освободиться от влияния фактора времени благоприятного, от плохих качеств материальных, от кармы, которая очень трудно. Мне просто нужно служить. Вы в
связи с ним, поделиться с ним связь. Это называется бхакти-йога. Итак, когда у человека просыпается влечение к Богу, непосредственно к личности Бога, можно считать его освобожденным. Он способен соблюдать регулирующие принципы свободы. Знаете, мы еще не освобожденные, но мы все можем соблюдать все эти принципы. Каким образом? Откуда такая сила? По милости свыше. Просто потому, что мы связаны с Богом. Возможно, мы даже еще не полностью осознаем эту связь, но Он-то знает это. Он-то полон знаний. И вот благодаря этому знанию божественному мы можем продвигаться, даже не понимая, как это происходит. Просто связь, даже как ребенок, он связан с родителями. И пока он связан с родителями, ему не нужно думать, где взять деньги, где взять одежду, где взять пищу, где жить. Он вообще об этом не думает. Ему нужно просто быть хорошим сыном, чтобы все это получать, и даже не знать, как это, откуда это приходит. А он сначала даже не понимает, откуда это все родители приносят вообще, как они это все достают. Но он просто пользуется, потому что это его право. Право, потому что это ребенок, это отношение любви и глубокого родства. То же самое, если мы разовьем эти отношения с Богом, у нас есть право пользоваться его достояниями. А сколько у него достояний? Сколько много. То есть у нас так много всего, оказывается, есть, если мы имеем эту связь, если мы на самом деле понимаем, что это наш отец, осознаем это из сознания Кришны. Вот она свобода. Но для того, чтобы обрести такую свободу, нужно удовлетворить его. Бог должен быть доволен человеком. Согласны? Это важный принцип. Если он не будет доволен, то на что нам рассчитывать? У нас есть семья только потому, что в семье люди довольны друг другом. Если недовольны, семья распадается. Мы работаем где-то на работе, есть начальство, есть отношения, только потому, что начальство довольно нашей работой. А не будет довольна, мы потеряем работу. На этом принципе все держится. Мы должны кого-то удовлетворять. Чтобы что-то иметь, чтобы жить дальше, мы должны иметь отношения. Мы должны удовлетворять друг друга. Говорится, совершенство жизни не в том, что удовлетворить царя, или жену, или мужа в семье. Или начальство на работе, а удовлетворить Бога. Вот тогда это совершенство жизни. Вот тогда мы законно его наследники становимся. Итак, это главный момент, вот главная мысль этого стиха заключается в том, что связь с Богом, она происходит естественно, спонтанно, по собственному желанию. Вот что важно понимать. И в чем же выражается эта связь? Первый ее признак какой? Если связь установится с Богом, то будет какой-то предвестник. Это благодарность. Благодарность всем преданным, с которыми мы сотрудничаем. Благодарность духовным учителям. Благодарность Шри Прабхупаде. Спасибо за его книги. Спасибо пуджарям, что поддерживают этот стандарт в храме, что мы приехали сюда. Спасибо поварам, которые готовят просад. Постоянный план от нас на воскресной программе. Спасибо организаторам, спасибо. Спасибо всем, нужно чувствовать. Вот это начало уже отношений с Богом. Если мы чувствуем, то это начало сознания Кришны. Начало бхакти-йоги. Потому что если мы действуем из благодарности, это уже бескорыстный мотив. Это уже настоящая платформа. Вот такой процесс Прабхупады. Тут не нужны какие-то деньги или могущество, или угрозы. Повторяю, Хари Кришна, иначе будет плохо. Нет? Все происходит благодаря любви Кришне. Пожалуйста, вопрос. Он сейчас живет где-то, он был в Америке, переехал потом на какие-то острова, я не помню, сейчас за границей живет. Хазал? Имя его Наравапу. Наравапу он получил на принцессу. Позже получил на принцессу. Занимался Санкиртаном очень много, был очень активным преданным, потом переехал за границу жить.
благодарность – это первый. Какой второй? Говорится, что связь с Богом, которую непосредственно можно ощутить в сердце, она выражается в чувстве разлуки. Это означает, что преданный думает, что Кришны нет в его жизни. И он чувствует разлуку сильно. Это уже связь с Кришной. Значит, начинает искать Кришну повсюду. В этом состоянии находился Господь Чайтанья. В этом состоянии находились и шестеро Госвами. Они круглые сутки искали Кришну. Это состояние разлуки, говорится, в разлуке любовь проявляется на наивысшей степени. Любовь в разлуке – это самое сильное чувство. В преданных оно также может пробудиться в какой-то момент. Но сначала благодарность. Истинной веры, когда у человека пробуждается преданность, когда он по-настоящему понимает, что он уже верит Кришне и на всю жизнь. Как это происходит? Твердая вера? Когда, как пробуждается? Твердая вера? Да. Твердая вера пробуждается, устанавливается, так сказать, тогда, когда сердце достаточно чисто и преданный умеет строить отношения с другими преданными. То есть он знает, как проповедовать невинным, он дружит со всеми преданными и избегает агрессоров. Так характеризуется его уровень твердой веры. Он умеет это делать. Если мы можем дружески ко всем преданным относиться и помогать начинающим и невинным людям, которые просто не знают истину, проповедовать, и при этом мы знаем, как избегать агрессивных людей, это признак твердой веры. Этот вера никогда не поколеблется. Почему происходит с преданным, болезнь начинает преследовать его? Почему? Болезни? Да. Да, все болеют. Но преданный болеет по-другому. Преданный болеет в сознании Кришны. Это другие вещи. И мы видим, что когда преданные болеют, они очищаются раз в 100 быстрее. Я так примерно цифру назвал, не знаю точно. Очень быстро, то есть это ускоренная школа. Очень быстрый процесс очищения. Хотя мы никому не желаем никаких болезней, конечно же, мы не хотим, чтобы преданные болели, преданные должны быть здоровы, насколько возможно, но тем не менее болеют все, в силу причин каких-то. Если преданные болеют, означает, что Кришна всерьез взялся за него. Серьезные отношения начинаются. Пока есть отождествление с телом, болезни не миновать. В обществе преданных, допустим, когда мы находимся, мы чувствуем энтузиазм, так далее, легко практиковать. Как иметь такой энтузиазм, находясь дома? Как иметь такой энтузиазм, находясь дома? Нет, находясь дома, то есть дома, допустим. Находясь дома, то есть преданные эгоистичные? В другом городе, допустим, нет храма. Приезжаем к преданному энтузиазму, приезжаем домой, энтузиазма нет. Ну, пример. Как быть энтузиастом дома? Нужно повторять Харе Кришна. Но если там нет поддержки дома, трудно будет. Если семья преданная, не трудно. Если все преданные, муж, жена вместе преданные, дети тоже живут в сознании Кришны, все будет очень хорошо и счастливо. Но если семья смешанная, всегда будет сложно. В этом случае Господь Чайтанья говорил Рагунатдас Госвами. Он сбегал постоянно к Господу Чайтанья. Его ловили родственники. Богатые очень, мультимиллионеры какие-то были, очень богатые родственники. Поэтому нанимали там охрану, полицию, его находили везде всюду. Насильно домой его привязывали, связывали, чтобы он не убежал. Он все равно как-то убегал. Снова ловили и думали, что же с ним делать. Увидел Господа Чайтанью, сошел с ума. Так надо просто женить. И все, удовлетворить. Найти красивую, самую красивую девушку, богатую, и все.
это свяжет его. Нашли красавицу. И в день свадьбы он сидел рядом со своей молодой женой, в день свадьбы. А сам думал, когда же я вижу Господа Читания? Даже не замечал ее, что он рядом с ним. Настолько он с ума сошел, это вот образ Господа Читания в хорошем смысле. И снова побежал куда-то. И наконец прибежал к Господу Читания. Господь Читания говорит, перестань вести себя как сумасшедший. А как я могу? Я вот тебя уже увидел. Мне ничего больше не везет, мне скрывает. Я хочу жить преданным служением. Нет, говорит, ты должен сейчас жить пока в семье, не беспокоить никого. Ты должен жить как замужняя женщина, имеющая любовника на стороне. Я же испугался. Это же греховная связь. Говорит, да-да, хороший пример. Господь Читания говорит, что когда женщина влюбляется на стороне, это очень сильное чувство, как правило. И она же боится, что муж заподозрит и узнает об этом. Поэтому на свои обязанности еще лучше исполняет. Вот так ты должен жить. Сознание Кришны в конце концов то, что в сердце нашем. Условия тоже имеют значение, но главное другое. Условия придут по милости Кришны в свое время. А однажды в Ашраме мы сделали библиотеку нашим брахмачарьям. В 90-х годах у нас был нашим брахмачарьям. Мы там сделали для них специальную библиотеку. Но читать книги нужно. Они пожаловались, что нет места вообще читать книги. Потому что кругом все ходят. Ну, 20 человек, представьте, в одном доме брахмачарьев. Вот. Сядешь в угол куда-то, и туда-сюда, и все куда-то ходят. Вот как сосредоточиться на чтении? Нужно читать книги, вернешь графики. Но мы там сделали пристроечку, библиотеку, все, и там все книги пропали читать. И под замок ее, чтобы книги не растащили. И промочали, значит, начали читать, нужно берут ключи и берут в библиотеку. И там часа два тишина вообще. И потом выходит другой, тоже берет ключ, стоит другой, и другая группа заходит, тоже тишина, 2 часа, 4. Ну, выяснилось, что они не спят. Дошло до того, что они шли уже туда со спальными мешками. Сказали, нет, нет, все, библиотеки больше нет, читайте вот по углам теперь. Потому что по углам хотя бы вы их читали, когда вы спали. Условия придут к нам тоже хорошие, когда у нас будет вот сильное такое желание, стремление устойчивое, это условие тоже будет постепенно меняться. Потерпите. А сколько времени надо, чтобы вот, когда близкие не воспринимают сознание Кришны и говорят, не ходи туда, и вот сколько времени надо преданному, чтобы он утвердился и как бы своей чистотой мог своих близких тоже сознание Кришны привести? Сколько это времени проходит? Сколько времени нужно, чтобы родственники изменились? Да. Чтобы близкие родственники... 10 миллионов жизней. Бхагава там говорит, что если кто-то намерен гнить в этом материальном мире и дальше, ему не поможет ничего. Если родственники вот такие, то ничего не поможет. Горбатого мы берем исправить. Но если это хорошие люди, если они уважают эти ценности, они постепенно, конечно, будут меняться. Несомненно, они все очень сильно изменятся. Возвысится, что пример чистого преданного служения могущественный. Но если человек упорствует, возьмет позицию, но вот тут выбора такого не может помочь. Что такое секта и чем секта отличается от религии? Религия и секта — это одно и то же. Если говорить о значении этих слов, то разницы нет. Просто сейчас это может быть другое значение придают слово секта. Именно раньше так обозначало, что это вот секта вайшнав, это секта вот таких вайшнав, это секта гауди вайшнав, это вот секта вот такой сампрадай. Слово секта используется. Сектор, часть. Или отдел, так сказать. Вот есть отделы на предприятии или вот офисы. Вот бухгалтер такой отдел, там отдел кадров есть. Там еще отдел по культуре существует, отдел по делам религии существует. Это тоже секты. Официальные секты — это отделение. Вот смысл прямой. Секта — это группа, отделение. И есть много очень религиозных убеждений. Это называется словом секта всегда.
в истории так называется. Или культ, еще бы слово. Вот такой культ, такой, разные культы, разные формы поклонения существуют или отношения. Вот мы скажем, у нас есть варнашрама-дхарма, есть рабочие, есть бизнесмены, есть администраторы и есть учителя. Четыре класса существуют людей и природа. Мы же не называем их секты. Секта рабочих. Секта бизнесменов. Секта управляющих. Мы говорим, это природа, не тактика. Также и здесь есть разные уровни сознания Бога. Предрелигиозный, религиозный, надрелигиозный, разные уровни существуют. Это не секты, это отделение, различные как бы классы, ступени, на которых располагаются различные люди, которые просто должны провести, двигаться. Но есть такое название тоталитарная секта, это другое язык. Тоталитарная секта — это то, означает, что эти люди стремятся к абсолютной власти, к мировому господству. Вот это опасная вещь. Это неприложимо к религиозной практике. То есть у нас ни в коем случае не должно быть цели обрести власть какую-то над людьми или богатство какое-то материальное. Тогда это уже проблема. Тоталитарная секта. Вот. Как они говорят, экстремизм, они хотят захватить власть целиком. Уничтожить все виды религии, культуру, установить только свою диктатуру. Вот это вот тоталитарная секта, вот такое здесь страшное понятие. Но это уже не относится к религиозным людям вообще. То есть истинная религия никакого отношения не имеет к такой тенденции. Конечно же. Вы должны знать это, что под видом религии, если кто-то стремится к власти, это уже не религия. К мировому господству это уже не религия. Религия проникает в сердце. Это сердце человека. Оно в сердце находится. Поэтому если ваше сердце зовет вас вот туда, вы должны идти туда. Вы должны идти туда. Вы должны идти путем сердца именно. Не путем материальных желаний корыстных, а путем именно сердца нужно идти. И это должно быть свободно предоставлено человеку выбор. Куда вас зовет сердце, вы должны идти туда. Это не зависит уже, как мы говорили, от рождения или происхождения в какой-то семье, какие-то национальные традиции. Это вопрос сердца, духовный вопрос. И долг человека следовать голосу своего сердца. Бог в сердце находится. Поэтому с этой точки зрения нет никаких сект, есть поиск. Люди ищут. И они имеют такую возможность. Но как только они ставят цель обрести власть, навязать свою религию всем, это уже опасно. Это не религиозная цель. Это выходит за рамки уже чистой религии. Это извращение. Поэтому тут нужно иметь ясное представление. Секта — это просто отделение. Мы тоже какая-то секта в этом смысле слова. Так же, как есть христианская секта, мусульманская, и у них тоже внутри есть много еще других разных, но очень множество сект христианских, 500 000 в мире. Хотя все это христианство, в центре Иисус Христос, Его слова, Его учения, Его Евангелие. Но есть еще разные точки зрения, представления об этом. Тоже какие-то группы, отделения, секты. При этом Бог один остается. Если все эти группы стремятся к единому Богу, к любви к Богу, то вы увидите, что между ними никогда не будет разногласий. Разногласия начинаются, когда цели отличаются. Цели отличаются. Поэтому давайте не будем забывать о нашей цели. Не будем подменять нашу цель чем-то материальным. Наша цель — обрести любовь к Богу. Это все. Никакие другие цели мы не должны иметь. Это хороший сектор. То есть не всегда секта — это плохо. В любом случае, кем бы мы ни были, мы какой-то группе принадлежим, какой-то секте принадлежим. Не так. Семья в каком-то смысле тоже сектор. Тоже какая-то отдельная группа, сектор, часть общества. Есть целое, есть разнообразие в нем, это нормально. Скажите, как быть принципиальным, но при этом не быть фанатиком и не выглядеть фанатиком? И где грань между принципиальностью и фанатизмом? Принципиальность и фанатизм. Принципиальность основана на знании. Например, вы знаете регулирующие принципы и строго следуете им. Это принципиально.
не идете на компромисс с этим. Друзья говорят, ну чуть-чуть же можно, праздник, ну давай, как раньше. Да никто не верит, да, чуть-чуть. Но у вас принципиальность. Почему? Потому что вы имеете знание, что такое юридический принцип. Основное знание. А фанатизм, он основан на невежестве. Это решимость, но еще в невежестве. Решимость хорошее качество, правда? Но если в невежестве, тогда опасно. Например, я преданный Кришне, но поскольку нет знания глубокого, я начинаю думать, все остальное вообще не нужно. Никакие религии, никакие университеты, никакие школы, никакие ничего, ни больницы не нужны, только Кришна нужен, все. Все, давайте все закроем, все разбудим всю эту систему. И мы становимся экстремистами. Это называется фанатик. Это все мирское, все материальное, все. Это ложное отречение или фанатизм, отсутствие знаний. А именно поэтому говорится, что человек должен развиваться в сознании Кришны под руководством духовного учителя. Обязательно так. Старших наставников. Обязательно так. Потому что каждый из нас пройдет через фазу фанатизма. Пока еще знаний нет, а решимость уже есть. Мы же получаем энергию от киртанов, от просады. И такую, что готовы вообще горы свернуть. Вот надо их правильно сворачивать. Под хорошим управлением. Не беспокоя еще окружающий мир, как бы это делать. Гармонично вообще. Приводите порядок. Поэтому просто вопрос хорошего руководства. Все находятся под руководством, дети под руководством старших, студенты под руководством педагогов и прочее, прочее. У нас тоже должно быть руководство, наставничество. И опытные преданные всегда будут очень бережно давать наставления, регулировать нашу деятельность. Можно дополнить вопрос? Получается, что... Как бы для нас мы не фанатики, а для других людей это мы фанатики, получается. Они же не знают, они думают, что вот эти знания, которые мы практикуем, что это как раз и есть, непонятно, что и фанатизм. Это хорошо. Если вы фанатики по отношению к себе, это хорошо. Но не по отношению к другим. По отношению к другим вы должны быть мягкими, добрыми, мудрыми, гибкими. Опять же, те же регулирующие принципы, они считают то, что это на самом деле фанатизм. Это нормально. Для нас нормально. Они будут фанатики, но не будут уважать такого фанатика. Потому что я это к себе применяю, я не навязываю это никого. Вы едите мясо, мы не объявляем войну, вам нет? То, что он просад положен в гостиную. Мы не можем вас расстраивать дальше, нет, нет. Но я никогда не коснусь этого продукта. Фанатик точно фанатик. Но он безвредный фанатик. Люди уважают такой фанатизм. То есть он себя держит в руках, смотрите, но он добрый ко всем. Таким. У них какая-то хорошая религия. Это они уважают. А как взаимодействовать с людьми-агрессорами и с людьми, кто в страсти с невежеством? С агрессорами как взаимодействовать? Лучше не взаимодействовать. По возможности, конечно, бывает, что нет возможности, попадаете в ловушку к агрессорам, тогда нужно просто молиться. Да? Или уже действуйте как можете. Как выходит ваша природа? Если вы к шатре, вы тоже ответите, конечно, там должным образом. Если не к шатре, то будет труднее. То есть агрессор лучше как-то стараться избегать. Они опасны. Излишняя страсть переходит в агрессию, а агрессия переходит в сумасшествие. Поэтому агрессоры, они обречены и теряют быстро разум. Они сами себя уничтожают легко. Потом болезни к ним переходят серьезно очень быстро. То есть они не продолжительно могут жить, как в этом мире. Их просто нужно избегать, и даже связываться не нужно. Это саморазрушающаяся структура. У нас есть философия, очистить медитацию, у нас понятно, что вода, она везде находится, также в воде есть конкретная форма. Вот, например, Кришна везде, но Кришна есть конкретная форма. Приложима ли эта философия к санкиртане?
потому что мы уже говорили, что мы санкиртаны, все санкиртаны. Или как бы санкиртаны с конкретного Бога? Нет, неплохой вопрос философский. То есть ачинтья-бхедвета-таттва означает, что Кришна везде, и в то же время у нее есть конкретная форма. Прабхупада говорит, да, Кришна — это означает принцип также. Что за принцип Кришна? Это значит все привлекающие. Все в этом мире имеет какую-то привлекательность. Это принцип называется Кришна. Он повсюду. В каждом есть что-то интересное. В моменте, предмете, человеке, живом существе, явлении. Это все изучается наукой, потому что привлекательно. Это Кришна. Но Кришна также есть и личность. Вот таким образом. Ну и про санкиртан спрашиваете. Значит, санкиртан это тоже принцип общий и конкретный. Верно же? Да, верно. Да. Санкиртан откуда исходит? Из Галуки Вриндава. Там все занимаются санкиртаном с утра до ночи. Что такое санкиртана? Когда вы постоянно громко говорите о Кришне. И там все говорят о Кришне. То есть в духовном мире в центре внимания Бог. Здесь в центре внимания человек, сосед, допустим. Ну вот новости о ком, о соседях. Соседские страны, или там что-то тут происходит, они друг друга постоянно обсуждают. Это тоже санкиртана, но отраженная. Почему? Потому что она приносит вкус. Когда мы обсуждаем чьи-то качества, это интересно, это приносит вкус. Откуда это начало? Начало от Кришны. Вы санкиртана говорите книги о Кришне, имена Кришны поете, или проповедуете о Кришне, это санкиртана называется. И она отражается в том, что кто-то может рассказывать уже не о Кришне что-то. Но принцип тот же самый, санкиртана. Всегда что-то распространяется. Как только преданные вышли в Петербурге книги распространять, в то время вообще никто ничего не распространял, в советские времена были еще. На улице, если вы распространяете, то сразу в милицию. И любой человек мог позвонить в милицию сразу и показать, что тут кто-то что-то продает на улице. Частным образом. Это запрещалось законно. Вот в таких условиях была санкиртана. И мы также начали петь харинамы. Сразу после нас вышли все другие группы. Петь свои харинамы и своих не распространять. В принципе, санкиртана. А потом уже кому не лень, все стали распространяться. Все, что хотите. Дистрибьюторы стали появляться и прочее. Но первое это были Харе Кришна. Надо в эту историю записать вообще. Кто же знает. Это начали делать преданные, и глядя на них, уже стали делать то же самое. Так что санкиртана в центре. Самые бесстрашные оказались Харе Кришна. Почему вот когда преданный больше практикует, и со временем ему кажется, что он как бы меньше знаний обладает, чем другие, потому что как бы сначала вроде он знает, много узнал, какое-то вдохновение есть, а потом как бы он вроде еще больше знает, но у него кажется, что он как бы ниже других уже, даже кто начинающий. Почему это такое? Почему старшим преданным кажется, что они ниже других? Потому что это правда. Именно так и нужно смотреть на окружающих людей. Это и есть сознание ближе. Это качество брахмана описывается, что он чувствует себя всегда глупцом и ведет себя как глупец внешне. Но вот когда говорит, именно такой человек и может говорить. Который чувствует себя глупцом, он обретает способность говорить. Я объясню, почему, как это происходит. Если считаю себя умным человеком, скажите, я буду на кого-то ссылаться в своей речи. Насколько часто. Чем чаще буду ссылаться на кого-то, тем меньше произойдут впечатления, правда же? Ведь должен я выразить свое мнение, я же умный человек. Вот она психология. И поэтому начинают говорить всякие глупости. Именно по этой причине. Что выражает именно свое мнение, несовершенное. Какой бы он умный ни был, его мнение никогда не будет совершенным. Но если человек себя чувствует глупцом преданный, он говорит, я ничего не знаю, что там Кришна вообще говорит. Что Прабхупада говорит? Вот что Прабхупада говорит, понимаете? Вот что Кришна говорит. Он говорит совершенные вещи. Он не верит своему уму, но он верит Кришне, каждому слову. Его просто очень могущественно. И при этом он точно уверен, что он ничего не знает. Это очень хорошая реализация. Как говорил Христос? И малое дитя поведет. Ребенок, он ничего не знает, так не думает.
он чистый. Последний вопрос. Кто такой Кришна и кто такая Радха? Так, тебе рассказал. Большое секрет. Радхи спрашивает. Да, это возможно рассказать. Язык не поворачивает. Если от меня сейчас чего-то ждут еще. Я вопрос-то задал. Чище, чем слово «радха» не существует. Поэтому многие чистые преданные говорят, что моим языком я даже не имею права произносить это имя. Это мой язык, мои чувства нечисты. Я не имею права даже эту вибрацию и своим языком. Потому что это самое-самое чистое, что вообще может быть в трех мирах. Даже в духовном мире нет ничего чище, чем Радхи. Именно она олицетворяет чистое, любовное, беспримесное, бескорыстное, непрерывное служение. И все, больше ничего, кроме этого. Она служит каждым волоском своего тела Кришне. Вся ее форма только для Него. Все ее качества только для Него. Это очень трудно представить, что это за форма духовная. Их вообще не разделяют великие святые. Говорят, что Радха и Кришна — это одна душа. Это очень трудно, невозможно, но это две формы при этом. Это самые чистые отношения, которые вообще могут быть. Поэтому они под семью замками в ведах. Почему? Потому что в этом мире тоже есть мужчина и женщина. Но думать о Радхе и Кришне как о мужчине и женщине — это великое оскорбление. Там нет никакой похоти. И быть не может. Там такие отношения, которые в этом мире вообразить невозможно. Поэтому надо говорить, у Бога формы нет. Мне сказал одну историю Притху Прабху недавно. Сейчас в Германии, он сидел в храме, в пустом храме Хари Кришна. Алтарь был закрыт. Напротив храма в Германии, говорит, есть мечеть мусульманская. И один человек из этой мечети постучал, заинтересовался, заглянул в храм. И Притху Прабху позвал его: заходи, заходи сюда, пожалуйста, в храм Хари Кришна. Он говорит: нет, я из мечети вообще. Другая религия. Я не должен сказать, какие храмы отсюда. Ну, просто посиди. У нас так же, такие порядки. Можешь разуться, как в мечети. Мы тоже разываемся. Можешь прийти посидеть. Молитву повторить, если хочешь. Ну, он вошел. Ну, так радушно приглашен человек. Пришел, сел. И через какое-то короткое время колокольчик. Алтарь. Там Радха и Кришна. Этот человек, у них же нет изображения Бога. Нельзя изображать. А здесь число. Он говорит: кто это? Два преданных, как ему объяснить же? Это Аллах со своей женой. Бегом оттуда, бегом оттуда. Я женился на него, сильно испугался. Как нельзя смотреть на такие вещи? Но он что, в голову придет, правда? Мужчина и женщина. То есть в этом смысле правильно, что мы даже слишком много думать об этом. Материальным образом нельзя думать об этом. Поэтому мы иногда говорим в особых обстоятельствах, эти темы раскрываются. Это во Вриндаване хорошо. Типа эти во Вриндаване, там много услышите о Радхе и Кришне, там почувствуйте их присутствие физически. Здесь большей частью мы говорим, что я не есть это тело, как судиться от кармы, что такое Будда материальной природы, вот, Кришна — верховная личность Бога, но о Радхе почти не говорим, секрет. Но позже все будут спрашивать: а кто такой Кришна? Тут что-то есть, какая-то тайна. Так что ты правильно чувствуешь это.
Но не торопись, потому что этот интерес должен быть в глубине сердца, и когда-то это откроется. Никогда мы этого даже хотим или требуем. Это откроется тогда, когда мы меньше всего будем ждать это, будем думать, я никогда не достоин слышать даже Радхи Кришны. Вот тогда внутри сердца появится Радхи Кришна. На троне нашего сердца это не появится, это будет трон, когда сердце очистится. Это тайна тайн. Вот эта форма объединилась 500 лет назад, был Господь Чайтанья Махапрабху. Но в этой форме Радха Кришна они постоянно воспевают в экстазе, Хари Кришна поют, танцуют, это форма преданности. То вот это можем делать. Медитируйте на Радху Кришну, как на форму Господа Чайтанья, это лучше всего сейчас. Через эту форму откроется тебе тот секрет. Шишигорнитайки, джай, падаки, джай, покиваешь на блины, джай, джай. Дорогие преданные, а вот прекрасная возможность.